эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Деловые люди в муниципалитете отметили День предпринимателя. Сегодня бизнес надо носить на руках. Сотни горожан стали гостями фестиваля «Казачья вольница». Второй раз мы проводим это мероприятие, и я надеюсь, это станет уже традицией. «Металлург Савелен». Видно, прошел финал 7-го открытого первенства Ленинского округа по хоккею с шайбой. Очень интересно, конкретно за команду не болею, потому что там и знакомые есть, тут знакомые есть. Просто за красивый хоккей и все. День предпринимателя отметили в Ленинском округе. Награждение лучших прошло в Дворце культуры «Видное». Чем живет предпринимательское сообщество, узнал Максим Козлов. Многие приглашенные бизнесмены едва нашли время в плотном графике, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном Дню предпринимателя. И они не скупились на теплые слова в адрес коллег и руководства муниципалитета. У нас замечательная глава округа, которая, в общем-то, действительно выходит к нам навстречу, на все наши инициативы готов помочь. И в связи с этим, в общем-то, проблем мы на сегодняшний момент особых на территории Ленинского городского округа не видим. Действительно комфортно работать. Об этом говорят и цифры. С начала года в округе зарегистрировано 1300 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Это самые лучшие показатели среди муниципалитетов Московской области. Всего же на территории округа свыше 13 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. На них трудится более 20 тысяч жителей округа. Мы приняли программу, ее согласовал Алексей Петрович Спасский, Совет депутатов. Каждый год мы проводим конкурсы и оказываем материальную поддержку малому и среднему предпринимательству в различных номинациях. Это как компенсация за приобретение оборудования, как компенсация, допустим, детским садикам, социальная история за аренду помещений и многое-многое другое. Главной темой выступлений многочисленных гостей стала социальная ориентированность бизнеса. Нынешний предприниматель – человек, который работает не только ради прибыли, но и на благо жителей страны. Сегодня бизнес надо носить на руках. Помимо социальных своих обязательств, помимо налогов, которые платит предприниматель, сколько благотворительности оказывается и в период пандемии, в текущей ситуации, о которой сегодня очень много коллег говорили, ту помощь, которую оказывает предпринимательское сообщество нашим бойцам, которые сегодня участвуют в специальной военной операции. Одним из тех, кого наградили почетной грамотой главы Ленинского городского округа и ценным подарком, стал предприниматель Аршак Лалаян, который вместе с коллегами сделал немало для тех, кто сейчас находится в зоне СВО. ЖК «Государев дом». Собрались всеми предпринимателями, и, если не ошибаюсь, примерно собрали почти тонну гуманитарной помощи для наших ребят, которые стоят на передовой и защищают нас. В условиях западных санкций предприниматели чувствуют повышенное давление на бизнес. Но в совместной работе с федеральными, областными и муниципальными властями находятся решения, которые помогают справиться с проблемами, хоть дело это и непростое. У нас есть взаимодействие нашего ТПП, соответственно, с областным, и там уже на уровне Московской области правительства уже разрабатываются пакеты для самозанятых и для малого бизнеса. Но пока еще, к сожалению, многие законы, вы сами понимаете, нужно еще принять, рассмотреть, но я думаю, что это не за горами. Более 60 предпринимателей в этот день получили награды и памятные подарки. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В парке Опаренки прошел фестиваль «Казачья вольница». Праздник посетили сотни горожан. Каждый мог взять в руки шашку, покататься на лошади и полностью погрузиться в аутентичную атмосферу. Среди гостей была и наш корреспондент Юлия Погосьян. Ежегодный фестиваль Видновского станичного казачьего общества начался с молебна. Священник Дмитрий Довбыш благословил участников мероприятия. Гостей собралось немало. Люди приходили целыми семьями. Хорошему настроению благоволила солнечная погода. Второй раз мы проводим это мероприятие, и я надеюсь, это станет уже традицией здесь собираться. Тем более, что, как правило, эти мероприятия мы проводим в преддверии Дня пограничника, а казаки, как вы знаете, всегда охраняли границы государства российского. В программе открытого молодежного фестиваля казачьей культуры тематические забавы и игры, мастер-классы, катание на лошадях. Каждый желающий мог почувствовать себя настоящим казаком. Например, научиться обращаться с шашкой или взять в руки пистолет. Мы представили сегодня небольшую выставку стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны. Также сделали
некоторые интерактивы по разборке сборки автомата Калашникова для всех желающих. Ну, естественно, в основном на детей направленных, но почему-то взрослые тоже очень так это интересуются этим моментом. И сегодня у нас впервые лазерный тир. То есть можно всем желающим из пистолета Макарова пострелять по лазерным мишенькам. А рядом выставка-продажа мастеров народного промысла. Это керамика на гончарном круге сделана. Это из разцы. Ну, как вот в 18 веке делали, так вот и тут. Сейчас ребята возродили эту такую традицию, делают. На сцене для гостей фестиваля выступали артисты. Пели народные песни, поднимали настроение, зрители им подпевали, а некоторые даже пускались в пляс. Интересно, необычно. Спасибо за такие праздники. Казачья культура – это очень масштаб. Во-первых, это патриотично. Сейчас в наше время это очень важно. А у меня ансамбль народного танца, поэтому мы с удовольствием пришли посмотреть и окунуться в эту атмосферу. Очень здорово. Особенно вот когда машут шашкой вот так. Вообще замечательный праздник. Спасибо. Спасибо казачьему обществу за такой организованный прекрасный праздник. Казаки славятся своим гостеприимством и хлебосольством. Всех гостей организаторы казачьей вольницы угощали фирменным кулешом. Этнический праздник продлился до вечера. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно это. В кинотеатре «Искра» для школьников муниципалитета прошел специальный показ фильма «Русский реактор». Режиссером картины выступил лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, больше известный как «Хирург». Мотоциклы представители подольского отделения мотоклуба «Ночные волки» у кинотеатра «Искра» невольно притягивали взгляды прохожих. Такой антураж произвел впечатление на юных зрителей, пришедших на показ фильма «Русский реактор». Перед началом киносеанса ребята рассказали, почему решили посмотреть эту картину. Мне интересна эта тема, конечно. Там я много таких фильмов смотрел уже. Самое интересное это будет уже под конец, мне кажется. Вчера, накануне просмотра, я почитал в интернете, что это, про что это. Вот. Думаю, что фильм интересный. Нравится вот эта тема, байки, байкеры. Мне интересно. Ну, «Русский реактор», как я поняла, это про что-то связанное с мотоциклами. В принципе, тема может быть интересная, если что-либо знать про автомеханику. И, может быть, некоторым людям это и правда станет интересно. Мне сказали, что фильм будет клевый, бесплатный такой. Ну, решил сходить, может, понравится мне. Фильм рассказывает об истории России за период от Октябрьской революции до нашего времени. Режиссером выступил лидер всероссийского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов. Съемками фильма занимался «Хирург» и «Ночные волки». Никаких спецэффектов. Все снималось вживую в Севастополе. Это было одно из самых грандиозных байк-шоу в Севастополе. Оно так и называлось «Русский реактор». Но можно сказать, этот фильм – это история России. Основная часть съемок проходила в Севастополе. Участие в них приняли представители мотодвижения, каскадеры, спортсмены и жители города. В фильме есть историческая хроника и записи байк-шоу. Образ реактора, как отметил Дмитрий Гончаров, – это неиссякаемая энергия и русский дух. Мы хотим донести свою мысль, как мы это видим, и нашу историю России, и показать во всех городах России, показать детям. Можно сказать, этот фильм можно воспринять как урок истории. Главная задача снятого фильма – показать историю страны подрастающему поколению. У нас патриотическая работа ведется на должном уровне. Весь год мы занимались благотворительностью. Ну вот, пришли посмотреть и фильм актуальный, патриотичный. В каждом эпизоде фильма отражена стойкость духа русских людей, которые из любой ситуации выходили победителями. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В конце мая творческие коллективы Дворца культуры «Видное» традиционно подводят итоги года, выступая с отчетными концертами на различных площадках. На сцене ДК, в Центральном парке, у кинотеатра «Искра». Наш мобильный репортер увидел выступление творческого объединения «Тарантас» и вокальной группы «Звон». Седьмой год существует творческое объединение «Тарантас», которым руководит Валентина Тарантова. Коллектив давно, как говорится, спился. Каждого артиста здесь ценят и искренне любят. Это мои прекрасные люди, которые помогают мне творить.
себя усовершенствую в первую очередь. Я рада, что они ко мне пришли талантливые все. Вот они все талантливые. А я их немножко еще приоткрыла. Одна из старейших участниц коллектива, Мария Ротель, говорит, каждый номер – эксперимент. Например, в этот раз появился новый музыкальный инструмент. Это тинвистл, ну, скажем так, условно говоря, ирландская флейта. С ним я знакома достаточно давно, но чтобы вот заниматься начала в прошлом году. И, честно говоря, так вот я не очень, конечно, занимаюсь интенсивно. Вот, хотелось бы получше. Алексей и Анна Доронкина – семейный дуэт, который появился благодаря творческому объединению. Вместе с Анной, рассказывает Алексей, они уже 16 лет, а петь дуэтом стали не так давно. Каждый вечер или через вечер мы детям поем колыбельные. Когда-то я это делаю один, когда-то вдвоем. И вот периодически заходит такое, что мы берем какую-то новую песню для себя, и она в гитарной обработке получается как-то интересно, необычно и заходит. Концерт получился разнообразным. Инструментальное сопровождение сменялось акапельным пением, которое считается сложным. От исполнителей требуется особая чистота голоса. Иди, иди, моя дороженька, вслед за милым в дальние края. Среди зрителей были те, кто пришел на отчетный концерт коллектива целенаправленно, но некоторые оказались здесь совершенно случайно. Гости в своих отзывах благодарили за прекрасную музыку и подаренное настроение. Видно, прошел финальный матч 7-го открытого первенства Ленинского округа по хоккею с шайбой. Среди болельщиков была и наша съемочная группа. Месяцы упорного противостояния, десятки матчей. В муниципалитете подошло к концу открытое первенство Ленинского округа по хоккею с шайбой среди любительских команд. Проводится оно уже в 7-й раз, и с каждым годом уровень соревнований только растет. В течение 8 месяцев 20 коллективов из города Подольска, города Чехова, города Видного, из Москвы, из города Домодедово на ледовом катке «Арктика» разыгрывали открытое первенство Ленинского городского округа. По результатам турнирной таблицы в числе фаворитов – видновский «Металлург» и команда из поселка совхоза имени Ленина под названием «Савелен». Именно они стали участниками финального матча. Соперники давние, соревнуются друг с другом уже не первый год. И к каждому матчу команда готовится очень серьезно. Ну, есть игроки, которые сильные, у которых и скорость есть, и играть умеют, то есть шайбы. То есть, как говорится обычно, шайбы на «ты». Есть такие игроки. Вот на них здесь тоже есть опора, надежда. В самом начале инициативу захватили савеленцы. На табло зажглись цифры 1-0. Затем последовал еще один гол. Но видновские спортсмены сумели собраться, и уже до конца матча спортивная удача благоволила им. За ярко-динамичной игрой с трибун наблюдали более 200 болельщиков. Нам очень нравится. Здесь наш друг играет. Мы за него болеем всем сердцем. Леша, мы в тебя верим. У команды бывали разные периоды, но, конечно, очень приятно наблюдать, как последние пару матчей команда растет и насколько положительные эмоции она приносит своим болельщикам. Матч интересный, конкретно за команду не болею, потому что там и знакомые есть, тут знакомые есть, просто за красивый хоккей и все. 4-3 в пользу «Металлурга» – таков результат финальной игры. Всего же по итогам сезона победителями первого дивизиона чемпионата стала хоккейная команда «Савелен». На втором месте – видновчане. Екатерина Коваленко, Виктория Филатова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!